девочки, достала свой отпариватель сразу, видите, на ходу. Футболочку сейчас подглажу. Мне там спрашивали, пользуюсь я им, да, девчонки, до сих пор очень довольна. Вот, раз. И все хорошо. Видите, помятая. Пару движений. И все. Все, минутка и футболочка. Все, не мятая. Надо выгулять, то еще мне не ходила. Ну так, хорошо, да? Под джинсики. Голубенькие, футболочка. Сейчас шлепочки обую. София, ну принеси шлепки, я там вчера все вымыла, чистенькие. Розовые. Давай. Розовые шлепки. Вот так. Футболка, конечно, ярче, чем шлепки. Ну ничего. Да, пойдем. Я вообще черно-белая. Мы вообще сходим в магазин, мне надо там молока купить и зайдем на экскурсию в мегасейл. Посмотрим, что там продается. София сказала, там все по-другому, не так, как раньше стояло, расставили по-другому. В общем, пойдем сходим. Пойдемте. Сейчас там придем, будет музыка играть, и не поснимаешь ничего. Микуська, ты дома остаешься. О, шлепки, шлеп, шлеп. Шлепали шлепки. Девочки, пользуюсь Victoria's Secret. Такой водичка. Вчера тут порядочки понаводила. Все повымывала. Босоножечки. Еще такие босоножки есть беленькие. Покупала недорогие, знаете, и носятся нормально. Вообще отличные. И эти свои. Новые еще не выставляла сюда. У Жени тоже тут порядок понаводила. Вот. Ладно. Пойдемте. Кто? Классно. Шорты. Не знаю, как тебе нравятся такие шортики. Ой, много всего такого, девочки. Платьишки вот какие. ФБшечка. На худеньких девчонок. Мне вот этот понравился сарафанчик. На тонких бретелечках. Такой нежненький. И цветовая, ну, гамма расцветка нравится. 799 гривен. Футболочки разные, шортики. О, сколько всего. Мужского, женского. Сейчас посмотрим, София, может, шортики какие-то, если будут на нее размерчики. А тебе шорты не хочется? Я сказала, я хочу, но они в талии, или они у них. Это надо мерить, надо же выбирать размерчик. И беленькие такие, красивые. Мне футболка вот эта нравится. И вообще недорогая, 249 гривен. Вот такая расцветочка. Мне не нравятся такие. Вот, а мне нравится. Голубенькая и черненькая. Только голубая как-то, видите, воротничок красненький. Музыка играет, буду разговаривать и разговаривать. Или молча придется ходить, накладывать сверху звук. Так, это тоже на тебя футболки, да? Нет. Такие. Ну, у тебя есть. Да. Смотри, штанишек сколько. Бабушка, кстати, просила дедушки посмотреть штаны спортивные. Мне вот эти нравятся серые. Серые, да, классные. Но хорошие. Ну вот, можно выбрать вот такой размерчик. Надо смотреть, да. Да. А что ты бы хотела себе? Я? Вот джинсы красивые. Да, красивые джинсы. Вот эти? Да. Да, реально классные. Хорошие. Качество классное. И цена нормальная. Это да, да. 439 гривен. Хорошо, что открылись. Мужские футболочки. Нравятся, да, широкие, да? Это на меня. Может, маме такие пойми посмотреть? А что ты так сразу не надо? Посмотреть. Такие на лето, да, голубенькие. Но если я не стрейчиваю, могу. Но обычно у меня 32-33 джинсы.
Надо говорить. Зелененькие. Сейчас, кстати говоря, такие модные стали цветом. Маечки вот симпатичные. На девочек красивые. Черненькие, беленькие. Цена 265. Большой. Сейчас я так постепенно буду идти смотреть. Джинсы, смотри, какие розовые. Прикольные. Красивенькие. О, вообще ленькие. За 219 гривен. Мама, лянь, цена. Смотри, 219 гривен. У меня телефон сейчас сядет. Пришла блогерша лянь, снимать. Цена нормальная и кроссовок. Да, хорошие очень бегать. Сетыч. А какие ты говорила, хотела шлепки? Понравились. Вот, такие, вот, такие. Вот эти вот. Да, а вот тут такие, нет? Кроксы? О, да. Ну, кроксы, это ж не та дырочка. Хочется больше кроксы. Угу. С большой дыркой. Мне кажется, они широкие на тебя будут. А ну, померяй. На размер 35-41. Они как-то, наверное, нет. Мам, это большой размер. Что ты мне даешь? А, ну да. А, ну, с ним. А если что, а черный размер? Попробуй. А где эти размеры? Ну, тут, наверное, он какой-то универсальный. Ну, попробуй. А ну, обой. Ну, видно, что он меньше. Это меньше, но... Да, ну, хорошо. Надо... Нет, надо еще меньше. Еще меньше. Ну, глянь, впереди сколько. Но обуви меньше, чем раньше обуви. Раньше был больше выбор. Вьетнамочки, да, прикольно бегать. Не девочки, хочешь? Не какие? Я не помню. Где они? Они, конечно, синие. Вот они. Оттенки, но синие. Они классные. Такие. Ой, спорт. Ножка в них сейчас упреется, фиг ходить. Сейчас угу. На, ставь на место. Рубашечки с вышивочкой. Вот красивые. Я такие. Тоже вообще классные. тоненькая хэбэшка. Смотри, какие классные. 749. Я смотрю тут звездочками. Такие рубахи. Смотри, какие рубашки классные, стильные. Ой. Вот эти классные, да, вообще. Я себе намного дороже брала. Да, хорошие. А какой размер? 38. Надо у девочек спрашивать. Смотри, они там зачеркивают. Какие размеры есть? 20-25. Все размеры есть. Есть, значит. Так, что тут? Сейчас посмотрю. Сумочки. Разные сумочки, девочки. Вот эта сумка моя, помните, моя любимая бежевая, кто смотрит меня? Я ж тут в этом магазине покупала. Узнала, да. Такая футболка, я ее забрала, в Харькове покупали. Знаете, классная сумка. А, она, наверное, через плечо не перекидывается. Сейчас посмотрим цену ее. 649. А ну-ка. А беленькая сумочка. Беленькая. Не. Мне тут, знаешь, вот это. 669. Нет. Вот это. Такая. Просто это мне. У тебя такая черная. У тебя черная вот такая. Это. 579. Ну, да, красиво. Прикольная, ну так. Угу. Я ж люблю именно, чтобы на коротком просто. Да, да. Делать. Да. Так, тут такие. Клатч. С такими мы не ходим. А ну, открой вот это внутри. Мне тоже она понравилась. Классно. Есть ремешок. Есть. Я люблю сумки. Вот так открыл. И чтобы не 100 отделов, не а было, один отдел. Да, мне вот, ну, тут есть вот так. Мне нужен один отдел. И все. Я туда все сложила. Мне так удобно пользоваться. Прикольно. Прикольно? Да. Да, классная такая. Так, издалека мне. Прикольная. Но она просто сюда тебе не подходит. Это все подходит. Вот по черному волосу. Вот такой костюм понравился Софии, предлагаю, она не хочет. 575 лентикая футболочка и шортики к ней идут. Отличный. Есть голубенькие, есть вот такие
как персикового цвета. Хорошенькие, симпатичные. Вот костюмчики спортивненькие какие. 1000 гривен. Все ХБшка, не синтетика. Отлично. А ну, София, вот тут что тут у нас? Это то же самое, только... Нет, это другое что-то. Это цвет другой. Ага. Бодики такие для девочек, бодики. Классные. Да. Большой ли мне это? Ну не, чуть-чуть большеватая. Если бы был, там 44 написано, да? Если бы был 42, там все больше размеры. А так прикольно, да, смотрится. Ну, большая София очень, снимай. Все большое. Глянь, пиджачок катоновый хорошенький. Вообще классный, да. И недорогой тоже. 699. Хороший пиджак. А, ну без надписи, отличный. Не хочешь померить себе еще? Да он у тебя один. Футболочки, футболочки. Костюмчики. Много всего. Так, шортики мужские. Надо сейчас глянуть. Бабушке просила дедушке посмотреть эти... Футболки там специальные, штаны. Шорты тоже. Тут эти мне нравятся. Та расцветка. Не, вот эти классные. Сумочки. Так, штанишки. Сейчас надо дедушке глянуть штанишки спортивные. Но это надо, чтобы все равно он приезжал. Посмотреть и померить. 399 гривен. Да... Любые можно он дедушке штанишки купить. Или ему надо внизу... А, они внизу на резинках. А он любит такие, чтобы широченькие, да, были. Здесь кофты еще. Ну, посмотри тут. Может, тут есть маленький, ну, размер. Посмотри, здесь... смотри. Ты это так не... Костюмы. А, это костюмы спортивные, да? Так, это мужской отдел. Футболки. Такие футболки. Так, шортики, тоже мужская обувь. Кстати, смотрите, я, как я. Смотрите, мужские кожаные шорточки, босоножки, и цена 995 гривен. Это недорого. Классные вообще. 41 на Женю. Отличные. Хорошие. Мне вот эти понравились. С пяточкой, которые закрытые. Вот просто шлепочек. Легенькие. Видите, мы на рынке брали. А тут даже они как прошитые идут, подошва. 995. Хорошие. Потом такие текстильные. А нет, это не текстиль. Сетка тоже. Но мужской мало обуви. Сумки. Сумки, так, детская обувь, может, кому-то надо, деткам. Босоножечки. Черные, белые. Шлепанцы. Такие яркие. Для малышей, колопышей. Это вообще для малышей. Вот его зимой. Носки такие маленькие. Такие тканевые. Бегать, ножка дышать будет. И эти тканевые в пайеточках. Да, на Камилочку. Ой, мама, какие-то... Красивые, под джинсовые, под джинсики, под сарафанчик будет хорошо смотреться. Так, смотри, что тут? Это детское все для мальчишек. Ну да, а ну. Красивый этот катоновый пиджак цветом. Я просто смотрю. Платье. По дому ходить, Софи, не хочешь платьюшко? Не. Симпатичные. Маечки. Что такое яркое. Детские шортики для мальчишек. Так, это джинсы. Это для девочек одежка. Это для девочек.
Надежка. Так, пойдем. Там он носков куча тоже. Тоже наборчики. Это для мальчиков. Угу. Сейчас. Давай шлюпки спросим вот такой 36-й. Давай. Девочки, есть вот такие 36-й размер шлюпочки? А то мы там мерили, что-то большие были сильно. Или они сами по себе такие, наверное, да, объемные? И там, наверное, большие, да, остались. А черные? Может, черные есть? Вот оно вот это, вот видно, он маленький, эти большие. А ну, гляньте, какой это. А ну, померяй, Софика. Наборчик тоже симпатичный. Халатик такой коротенький. Там, наверное, шортики и как ночнушка. Я в том года 3 назад покупала здесь на море вот такую вот тунику-рубашку. Я прям очень ей довольна осталась. Она невесомая. Для пляжа ходить отлично. Классные. Смотри, какие, да? Тоже в такого качества брала. 345 гривен. Такие вышивочки. И такая же снова. Так, здесь у нас белье. Нижнее белье. Ночнушечки. Полотенце. Полотенечки. Постельное белье. Пледики. И одеяло, и подушки. Так. Полотенце сейчас посмотрю. Махровая. Махрушка. Качество не знаю какое. Вот это приятная. Такая вышивочка красивая. Мягкая-мягкая. Сейчас посмотрим, в какую оно цену. А где же его посмотреть? Цену? Еще цены нет. Наверное, еще не сделали. А, есть цена, обманывая. 389,99. Ну, этот, но оно большое, это большое полотенце, классное, красивое. Так, а тут тоже какие-то тряпочки, а может, разные. Я нашла такую, только зеленую. Точно, а ну да. А вот такие есть небольшие полотенца. А ну-ка. Ну ж, знаете, как я сейчас так чуть-чуть поснимаю, потом похожу сама уже посмотрю, а то неудобно. Тапочки домашние. Холюсенькие такие. Тапулечки. 149 гривен. Такие миленькие. Ну, сейчас подойдем, посмотрим. Сейчас посмотрим детские тапочки. Панамки. Панамочки. Кепочки, шапочки. Угу. Вот тут я лампу себе, девчонки, помните, вы спрашивали, лампа-прищепка, вот тут я покупала. Вот видите, тоже лампа-прищепка. Ну, такая форма другая, да. И вот тут я покупала свою лампу здесь. Тоже вот этот гнется. Ну, есть прищепки, есть не прищепки, но надолго мне хватало. А где же цена ее? А ну-ка. Не, нету, что цены. Хорошие лампы. Потом вот такие фонари. Внизу фонари. Надо будет какой-то себе потом с папой посмотреть. Какой-то фонарь такой долгоиграющий. Потому что скоро зима. Снова неизвестно, чего нам ждать. Вот тоже такие недолго. Но лучше, которые больше. Вот зарядил. Которые не заряжаются. Не те, которые на батарейках. Они фонарики, да? Да. Фонарики. Не знаю, мне там надо смотреть. Дай. Не урони только, аккуратненько. Да, это, скорее всего, а вот для катушки. А не заряжать. А вот это что, не катушка-стрижка? Катушка-стрижка. Да? Я катушка-стрижка. Ага, взял в ручку. А ну, и жужжи. А ну. Зарядки другие. Или нет? Ну, я думаю, что это оно. Вот так, да. Машинка для выделания катушки в зоне. Да, смотрите, кому надо для катушек. В дорогу с собой брать феник. Так, там лампы. А что вот это такое? Стульчики, да? А, складные стульчики. Угу, хорошие. Так, свечечки, салфеточки. Набор свечек красных. Отдел любимых баночек.
Да, на нашу вазочку похоже. Все. Баночки, скляночки, посуда. Да, тут раз тоже брала сковородочку, тут покупала, очень довольна осталась. И чаши, ой, чашечки красивые. Такие красивые. Красивые, да? Как изморозь такая. Цена 101 гривна. Чтоб не спала. Боже, какой набор красивой посуды. Очень красивый, да? Очень красивый. А это темно-серый. Красивый. Угу. Я тебе приду домой, перезвоню. Сейчас телефон сядет, вышла снимать. Такой, видите, как эти перепелиные яйца такие, как. Ну, прикольно смотрится. Какая чашка? Вот такие. Ой, какая она легкая, девочки. Она невесомая. Реально. Да? Я не знаю, как. Вообще невесомая чашечка. Красивая, да? Набор 379, наверное, две чашечки тут идет, да? А вот такие еще есть, Софийка, смотри. Вот это, боже, сахарница. Это чашечка. А? Ты заварил и чаек закрыл. Ой-ой-ой. Вот такая чашка. Это тоже так, да? Я хочу себе красивую чашку. Давно прям хочу. Да, и такая есть с ложечкой. Нифига себе. Но это посудомойки мыть нельзя будет. Золото все облезет. Вот чаек заварил. Раз. Накрыл. Математику будешь учить заодно. Да. Заварнички. Где такая вот ложка длинная? Чтобы удобно было мешать. Прессы разные. Цены вы видите. Термосы. Так, нам надо будет термос большой купить. Только я их не вижу, тут больших термосов. В самом низу вон это все термосы. Да, такие, ну, то маленькие. То маленькие. Угу. Кофеварочка какая. Ой, смотрите. Боже, что все такое красивое. Красивое. Да вот эта чашка очень. И мне понравилось. А еще у меня, знаешь, какая чашка? Ну, я же хочу так по очереди, София, то мы с 5 на 10 прыгаем тоже. Турочки. Ну, мне есть турочки, мне не надо. Вот это вот. Вот это мне наоборот. Нет. А мне понравилось. Но она тяжелая. Она да. Тяжелая. Ну, прикольно смотрится. Тоже набором. Видишь, как таких две. Я даже не знаю, может нам такие взять чашки. Мама, зачем они тебе? Ну, как-то. Кофе пить с красивой чашкой. Еще, они нам не надо, мама. У нас чашек. Мне нравится, а мне хочется. Я давно хотела себе какую-то красивую чашку. Так кофеек сделала и пью. Тань, как красиво смотрится. Для хранения баночки такие красивые. Очень красивые. И эти красивые. Много всего. Для хранения. Рай. Бокальчики, там графинчики, фиалочки маленькие. А что вот это такое? Не знаю, 172 гривны, оно закрывается стеклянное. Не знаю, для чего-то, наверное, готовить. А вот кастрюлька маленькая. Эта банка тоже красивая. Хранить что-то. Сковородочки, перочки. Я тут раз покупала себе тут сковородку и кастрюлю. А вот кастрюльки. Но такой, как у меня, нет. Чуть-чуть другие. А ну-ка. Не, это очень легкая. Легкая, прелегкая. А это? Вот это тяжеленькая. Вот это будет хорошая кастрюлька. Цена
Что-то не вижу. Есть под низом. А ну, София, глянь, сколько. 499. 500 гривен. Кастрюлька хорошая. А ну, поставь. Так. Что тут у нас? Дальше. Досточки. Ну, разные. Толкушки, молкушки, ножички. Наборчики. Тремпелечки. Форма для запекания. Мне тоже надо будет поменять. Мерные стаканчики. Маленький стаканчик. 44. 45 гривен. А это формы. Хорошие тут, например, да? Что-то сделать. Запеканочку. Хорошие. Ну, только не знаю, как покрытие будет держаться долго. Ну, такие вот у меня быстро как-то облезли. В АТБ еще покупала как-то. Можно. Ой, девочки, скупились. Ура! Представляете, даже бонусы остались, которыми мы, ну, вот раньше был этот магазин. Сколько она сказала? 30 чем-то? 39. 39 гривен бонусы остались, еще как мы давно скуплялись. Ба, спасибо, мои любимые шортики! Че ты кричишь? Я рада шортами. Это самое офигенное. Ты руки помыла? Помыла. Сразу залетела и примерка, да? Да. София себе вот такие шорты взяла. Я не знаю, почему. Ой, она вчера мне пришла, говорит, мама, там такие шорты. Я говорю, София, я говорю, я не могу. Я вчера была очень занята. Ой, эсочка. Это эска размер? Это эска. Самый маленький. Ой, София. Знаешь, чем они мне нравятся? Ну, опусти футболку. Они длинные. Ой, это такая мода, да? Мне нравится тем, что ну, они не короткие. Вот я не люблю короткие. Хорошо. Там все видно. Ну, а так, так я длинная. Я хожу, не переживай. Я хожу в штанах. По колено. Ну, вот. Да. Хорошо. Давай, ладно. Сейчас, дай я пойду руки помою. И... Да, мери. Сейчас я руки помою, вам сразу покажу и пойду готовить салат. Долго мы там ходили, все порассматривали. У них немножечко перестановка по-другому, но хорошо. Цены доступные, девочки. Я себе с одежды ничего не брала. Ну, у меня как бы одежда есть. Просто еще что купить. Софии там взяли шортики, футболочку. А очки не показала вам, снимала видео, потом уже мне телефон уже сейчас сдохнет. Этот. Очки были хорошие, разный большой выбор, и очки там акция. В общем, двое берешь, третий в подарок. Но я не брала. Ну, Кузька, привет, привет, боже мой, ты меня задавишь. Девчонки, сейчас вам быстро покажу, что купили. Так, давайте смотреть. В общем, все-таки купила я вот эти вот чашечки. Ну, очень они мне, на, понюхай, понравились. 101 гривна. Вот такие вот беленькие. Ну, не знаю, вот понравились они мне. Как вам нравятся, девчонки? Вот такие чашки. Взяла каждому. Не одну взяла, а чтобы у каждого была такая чашечка. Вот утром завтракаем, там чай или кофе сделали. Так, в общем, три чашки. Сейчас. Батарейки взяла. Девчоночки, три чашечки. Не знаю, вот захотелось мне, чтобы были у всех одинаковые. Так, это София себе салфетки, батарейки. Потом София футболку себе взяла, сейчас покажет. Платье София себе взяла. Я взяла, девочки, два полотенца. Я ж, помните, вам говорила, что я перехожу на белые полотенца? Вот хочу чисто белые, чтобы были. Сейчас вам ближе покажу. Девочки, вот такие вот полотенечки. Они такие мягенькие-мягенькие, вот махрушечка такая. Не знаю, как они будут по качеству, как будут. Вот такая вот вышивочка и, ну, как бахрома вот такая. Так, чьи они, не знаю, девчонки.
Республика Узбекистан. О, узбекские полотенца обычно всегда хвалят. Очень хорошие. Очень хорошие. В общем, два вот таких полотенца. И цена у них была недорогая. А почем они? Мне цену сняли, да? А ну, София, найди мне чек. Зачем? Ну, знаете, они как-то... А, вот он чек. Это что? Не сильно белый. Не сильно белоснежные, вот такие, да? Как-то в магазине они были белые-белые. Сколько? Что тебе найти цену? Да. А дай. Тут с наклейками. Цена. Девочки, по-моему, 170 гривен они стоили. Носочки, на, гляньте. Самое... Подожди. Батарейки. Трусы женочи. Вот, рушник. Вот, 177,99. Ну, девочки. Ну, вот такая цена полотенца. Я считаю, это недорого. Вот. Ну, думаю, будут хорошие. В общем, два таких полотенюшка взяла. Найки, носочки. Самые да. Классные. Софийка, носочки я себе еще докупила. И футболку купила. А ну, зацените, девчонки. Не, ты поворачивай. Серденько. Ты моє серце. Серденько, это песня. Серденько? А, песня, ты, да? Не песня, слова. Мова. А здесь просто. Так, прапор. Там, а, там мова написана. Да, и сзади. Смотрите. Очень много всего. Де би я не був, не забуду, дім. Песня. Там джавелін на максимум. Джавелін на максимум. О. Да, в общем, мы разные эти картиночки из песенок. Вот такая а вот можно носки распаковать, футболочка патриотична. Вот с полотенечек. 177,99. Одно полотенце. Так, Суфик, давай быстренько. Я буду, я тебя не снимаю. Стой, сейчас. Дай. Давай, давай, давай. И чашечки. Гарнюсенькие, да? Буду кофе пить по утрам. С красивой белой чашкой. Не стала в те легкие, но они прикольные были. Но та, которая была вся чашка перламутровая такая. София говорит, а вдруг оно весь тут перламутр потом после мытья сотрется. Ну, вы смотрите. А вот та, которая была серенькая, такими как такие, ромбы такие были. Знаете, там в уголках не очень удобно будет мыть. Она не очень практичная. А эта белая, красивая. Ой, смотрим. И вот такое вот платье Софийка себе взяла. Угу. Иди сюда ближе, покажи. Оно такое вот в рубчик, хэбэшечка. Очень хорошо, Софийка, тебе. Чудесно. Чудесно-пречудесно. Я в нем просто какая-то такая маленькая. Да, хорошенькое летнее платье. Отлично. Все, довольна? Довольна, конечно. И я довольна. Я довольна. Не зря сходили мы в мегасейл. Так, все, девочки, я с вами прощаюсь. Мне надо еще, я там сумку еще купила продуктов. Наверное, не буду или буду показывать. Блин, телефон надо поставить, зарядить. Ой, ну чашки вообще красивые. Красивые. Вот тут видно, да, хорошо? Такая чашечка. Что мне надо? Для счастья купил чашек и счастливый. И все. Я тогда с вами попрощаюсь на этой хорошей ноте. Так что приходите, кто у нас в городе, приходите. Мегасейл, покупайте, цены доступны, ассортимент большой. По возможности вам показала все, что смогла. Все, на сегодня тогда пока-пока.